Доброго времени суток, дорогие друзья! Вы на канале CryptoBaby. Я не так давно знакомила вас с удивительным проектом. Проект, кстати, называется Stable One. Было много вопросов, наверное, многие его помнят. Так вот, у Stable One такие обновления, которые, я думаю, не оставят равнодушными никого. Значит, на самом деле, Stable One, я уже делала обзор, как я говорила. Значит, и вы сможете непосредственно ознакомиться с моим предыдущим видео, насколько это крутой проект, чем занимаются и как работает. Значит, для этого я оставлю ссылку на свое видео в описании, вы сможете посмотреть. Значит, все у нас достаточно круто происходит вместе со Stable One. Значит, все начинается с того, что у нас появился контракт второй версии, значит, и, естественно, здесь у нас много таких прикольчиков. Как вы видите, вот у нас рефералы от Матики. Также у нас рефералы, напоминаю, кто, какого левела рефералы, сколько зарабатывают для вас. То есть ваша задача — привлекать как можно больше инвесторов и получать такие обалденные проценты. Но это еще не все. Также у нас смарт-контракт был в версии V1, можем с вами посмотреть. Значит, всего инвестировано, как вы видите. Также сколько реинвестировано, сколько уже выведено и всего у нас баланс. Значит, достаточно приличный, не будем называть цифры. Также у нас есть контракт версии 2. Здесь у нас уже тоже происходит много интересного, как вы видите. Сколько инвестировано, сколько реинвестировано. Пока еще никто не выводился. И, естественно, какой у нас баланс. Значит, что еще хотелось показать мне вам? Не забывайте, естественно, подписываться на социальные сети, это важно. Также новый контрактный адрес есть, и вы можете ознакомиться, что здесь все четко и все ровно по Stable One. Но это еще не все сюрпризы от Stable One. Много еще всего интересного для вас готовят, и я думаю, на этом не будут останавливаться и обязательно удивят любого, даже самого придирчивого инвестора, пользователя, как хотите. Значит, они запускают свой токен. Это первый децентрализованный токен DAO DeFi в сети Polygon. Значит, а токен у нас S-Rocket. Значит, вы сможете приобрести его на предпродаже, которая, я думаю, принесет вам неплохие потом итоги. Приобрести, значит, можно здесь. Как вы видите, допустим, пусть будет 100 матиков, вы получаете 1,3 токена. Но это только сейчас, ведь после, значит, на публичной продаже уже цена будет совсем другая. И вы получите, естественно, меньшее количество токенов S-Rocket. Их всего, кстати, 25 тысяч, ни много ни мало. Но, тем не менее, я думаю, стоит попробовать, не такие большие деньги, но вложиться уже во что-то серьезное. Значит, Stable One Rocket DAO теперь будут управляться токеном S-Rocket. Вот так вот все круто у нас будет, все будет работать, так сказать, в одной системе. Пропорциональные права голоса в отношении того, какие проекты следует разработать дальше. И будет цикл голосования. Также у нас будет разделение прибыли от всех будущих и прошлых проектов. Значит, Stable One... Да, вы не ослышались, все держатели, кстати, S-Rocket получит вознаграждение Matic от существующей платформы Stable One, гонорар от всех продаж Dragon Den NFT. То есть это еще не все сюрпризы, я думаю, то ли еще будет, это будет настолько, мне кажется, круто. Токены, кстати, разберут молниеносно, я больше чем уверена, и я тоже буду в этом участвовать. Значит, такое мы имеем токеномику. Значит, на команду у нас 10 тысяч токенов Rocket, в ликвидности у нас 5 тысяч токенов Rocket, на предпродажу у нас пойдет 25 тысяч токенов Rocket, на открытую продажу уже пойдет 40 тысяч токенов Rocket, на разработку 20 тысяч, ну все в принципе банально просто.
Также у нас будут предстоящие проекты, с которыми вы сможете ознакомиться, такие как портфель Polygon, торговая платформа NFT от StableOne. Это торговая площадка, на которой пользователи мгновенно будут обмениваться NFT, например, теми же карточками с другими пользователями. Кроме того, могут быть функции, аналогичные LuxRare или OpenSea. Также будет децентрализованная биржа StableOne. Вы представляете, они не собираются останавливаться, разогнались, и действительно ракеты летят, видимо, на Луну, а то и дальше. Также у нас будет маржинальная торговля StableOne и протокол Flash Loans от StableOne. Значит, сейчас у нас проходит предпродажа. Пресейл, так сказать, начался у нас 20 февраля и будет по 28 февраля. То есть вы еще можете успеть и выгодно приобрести токены. Значит, непосредственно от StableOne S-Rocket. 75 матиков за токен S-Rocket. Смотрите, на публичной продаже уже будет 100 матиков за 1 S-Rocket. То есть цена сразу же возрастет. Вы представляете, какая цена будет на листинге? Ну, это, по-моему, логично. Все будет дороже. И мне что-то так кажется, у разработчиков полно планов наперед. Он еще и неплохо покажет неплохой рост на листинге. Так что будем ждать. Всего доступно 25 тысяч. Токенов Rocket, S-Rocket на предпродажу. Значит, а на публичную продажу уже будет 40 тысяч токенов S-Rocket. Значит, кстати, публичная продажа у нас начнется 1 марта 2022 года, то есть текущего. А получается, та, на которой вы можете поучаствовать, успеть купить выгодные токены S-Rocket, у нас идет с 20 февраля, и по 28 февраля включительно у вас есть шанс успеть приобрести обалденные токены по низкой цене, которые, наверное, дадут неплохой результат. Значит, протокол StableOne является общественным благом, которое владеют, управляют держатели токенов Rocket. Ну и здесь у нас такая примитивная дорожная карта, но я не думаю, что это она вся обязательно должна вырасти. Все начинается с маркетмейкеров, частного раунда, запуска токена и управления. Также у нас есть аудит StableOne Rocket. Вы можете ознакомиться, что здесь нет ошибок, это проверено. И все, в принципе, работает четко. Значит, вы можете быть спокойными, спать спокойно, пока деньги, пока вы отдыхаете, ваши деньги будут работать на вас вместе со StableOne S-Rocket. Также есть непосредственно контракт по StableOne S-Rocket. Тоже можете ознакомиться и с ним. Есть white paper, это белая бумага. Здесь вы, кстати, сможете ознакомиться со всеми деталями проекта. Так что переходите, знакомьтесь. Ссылки, как всегда, будут в описании. И я думаю, это четко и вам понравится. Так что знакомьтесь, дорогие друзья. Проект, по-моему, достаточно сильный, так скажем. И я думаю, его ждет неплохое будущее. И мы с вами еще не раз о нем услышим. Здесь у нас также есть непосредственно дорожная карта, более такая развернутая. И есть также, что у нас есть, токеномика. Ну, в общем, все, в принципе, моменты имеются. И группа в Телеграме. Здесь пока немного участников, но, думаю, после этого моего видеообзора их обязательно станет больше. Так что присоединяйтесь, зовите друзей и становитесь счастливыми обладателями токенов S-Rocket от StableOne. Что я могу сказать по поводу проекта StableOne и по поводу запуска собственного коина S-Rocket? Значит, что ждем? Ждем листинга и ждем, естественно, каких-то огромных результатов. Я желаю вам всем удачи вместе со StableOne и с токеном S-Rocket. И, конечно же, всем вам улетного, обалденного, классного настроения. Ну а мне ставьте лайки, дизлайки, обязательно пишите комментарии и не забывайте подписаться на мой канал. Всем пока!